вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре профессиональный набор ударных головок от компании Top Tool, код товара GCAI2701. Набор состоит из 27 предметов. Top Tool — это тайваньский бренд, выпускает профессиональный инструмент с пожизненной гарантией. Набор поставляется в упаковке из картона. Вот у нас указывается комплектация набора, также указывается изготовление остров Тайвань. Ну и также перечисляется преимущество инструмента Top Tool. Ну, здесь видите на английском языке. Прокладка, которая ложится между двух крышек при закрывании с логотипом. И сам набор. Начнем из головок. В наборе ударные головки черного цвета, это хромолибденовая сталь. Размеры головок 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30 и 32, это самая большая. Профиль шестигранный. Надпись на головках, логотип Top Tool указывается, CRMO, хромолибденовая сталь, и номер по каталогу. По этому номеру вы можете найти в каталоге Top Tool, допустим, вот данную головку. Ударный кардан для труднодоступных мест. И удлинитель 125 мм. Посадочный квадрат инструмента в наборе 1,2 дюйма. И также есть комплект колец и шплинтов идет в наборе. Кейс состоит из двух частей, соединяет широкая пластиковая зависа, запирание на пластиковые защелки. Внутри металлические штифты вставлены. И также логотип Top Tool присутствует внутри кейса. Так, ширина кейса 39 сантиметров, длина 21 с рукояткой, высота 8,5 и вес набора составляет 3,2 килограмма. Данные головки применяются для работы на СТО с ударным газовертом, то есть для пневмоинструмента. Ну, на верхней крышке видите еще логотип Top Tool. И здесь у нас металлическая бляшка, также с логотипом Top Tool. И написано, изготавливается инструмент Top Tool с 81 года. Вот такой набор ударных головок с карданом и удлинителем. Напоминаю, за подписку на канал, за оставленный комментарий вы получаете дополнительную скидку при заказе в нашем магазине. Спасибо, до свидания.